Стенолёт. В столице Южного Урала стартовала областная зимняя универсиада. Студенты приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту. На лёд Дворца спорта «Уральская молния» вышли около 100 спортсменов. Кто стал победителем и в чем секрет успеха, подробнее расскажем в нашем сюжете. Внимание. Вместо лекции в университете практика на льду. Студенты челябинских вузов приняли участие в соревнованиях по конькобежному спорту. Сегодня будущие врачи, экономисты и юристы вышли на арену Дворца «Уральская молния». Студенты университета физической культуры перед соревнованиями прошли курс усиленных тренировок. Впереди у конькобежцев длинный сезон. Идут микропроцессы перед тренировками, перед соревнованиями. Подготавливаемся, сборы. Там по 2 тренировки в день, силовые. И чтобы мышцы как бы не только на льду, а как бы и на суше понимали, как. Ну, на суше проще просто немного делать, чем на льду. Прежде чем выйти на лед, спортсмены провели тренировку на земле. По словам конькобежцев, большое значение в этом виде спорта имеет экипировка. У профессионалов сразу бросаются в глаза коньки необычной формы. Отличается от хоккейных фигурных тем, что у него длинное лезвие. Этому позволяет больше толкаться, катиться дальше. Предыдущие годы этап универсиады по конькобежному спорту проводился на улице. В этот раз для студентов сделали исключение. Соревнования принял ледовый дворец «Уральская молния». Арена соответствует всем международным нормам. Здесь установлена современная техника для более точного определения победителя. Отсюда все лучше видно, стадион как на ладони. А фотовиниш, да, электронная система хронометража, но это... Она не сверху, она внизу, и фотокамеры сверху. То есть это... Тут электроника стоит на втором этаже. В этом году в соревнованиях по конькобежному спорту приняли участие около 100 студентов. Победителями стали учащиеся Уральского университета физической культуры. Павел Матвеевич, Михаил Яцук, 31 канал.